Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре вертикальная блесна для ответственного блеснения от производителя Lucky John. Называется она X-Blade. Бывает в двух развесовках. Это 3,9 грамма и 7,6 грамма. Сзади есть наклеечка, где сказано, что моя блесна 3,9 граммов и произведена она в Китае. Также здесь присутствует адрес распространителя и производителя. Сделана блесна в Китае. Поставляется в стандартной упаковке для вертикальных блесен Lucky John. Блесна там очень хорошо закреплена. Я сначала хотел как бы заранее ее освободить, но думаю, ладно, сейчас попробую ее по-быстренькому извлечь. Крепят они их обычно на славу. Сзади прикручено на проволоку. И сейчас я быстренько должен был ее освободить. Ну, в принципе, все легко. Все это сделано для того, чтобы блесна не бухтыхалась, никак не царапала себя и пришла к вам вот такая вот красивая, отлично отшлифованная, без каких лишних царапин. Очень интересно выглядит, имеет такой сильный изгиб, и благодаря этому во время подбросов очень интересно будет осыпаться, уходить довольно-таки далеко в сторону. В принципе, по внешнему виду кажется, что данную блесну можно использовать не только для вертикального блеснения, также как будто бы можно ловить ей и летом заброс, я думаю, вполне будет и на равномерной проводочке иметь интересную игру. Выпускается она в трех расцветках. Стандартные: медь, золото, серебро. Взял себе мою любимую серебряную расцветочку, чтобы она имитировала небольшого малечка. И, естественно, хищник на подобные блесны очень неплохо реагирует, так как они похожи на объект его охоты и с большим удовольствием атакуют подобные приманки. С внутренней стороны мы видим логотип фирмы Lucky John, но, к сожалению, не нанесена ни развесовка, ни название данной блесны. Это очень и очень, как по мне, нехорошо. Не знаешь ни вес, ни модельку. Ну, странно как-то, почему хватило сил написать Lucky John, а поставить циферку с весом нет. Данная небольшая блесна, как по мне, шикарно подойдет для ловли окуня. В принципе, более крупный размер тоже вполне себе такой окуневый. Но вот это подойдет идеально для того, чтобы поймать и небольшой экземпляр данной рыбы, и крупные также тоже будут неплохо реагировать. Передняя часть, как и внутренняя, тоже абсолютно гладкая. Должна отлично бликовать во время проводки, что должно имитировать такой отблеск чешуи, привлекать рыбу, но в основном окунек реагирует на вот подобные расцветки. Здесь в комплекте идет тройничок со светофориком, в данном случае использован оранжевый и желтый цвет, и на кончике опять-таки оранжевая такая точка, как для того, чтобы рыбка могла прицелиться и попасть в данный тройничок. Тройник не знаю, какого производителя, может быть, это тройники Lucky John собственного производства. Тройнички здесь отличные, они и по размеру блесне отлично подходят, как по мне, небольшой, не маленький, самое то, и имеют отличнейшую заточку. Неплохая такая оборотка, будет неплохо удерживать хищника на крючке. И также использованы два заводных колечка, заводные кольца тоже здесь классные, плотные, верхние немножко подразогнутое, но я думаю, что оно здесь в принципе и не нужно, можно его будет снять, так как крепежное отверстие здесь довольно-таки близко к краю и можно использовать абсолютно с любыми застежками, поэтому здесь заводное колечко является, как по мне, таким лишним элементом. Очень интересная блесна, конечно, для вертикалок не совсем бюджетная, но здесь хочется, конечно, отметить ее отличнейшее качество. Поэтому, если дело не в деньгах, а именно вам нравятся качественные, красивые блесна, поэтому можно присмотреться к блесне от Lucky John X-Blade. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!